так переживаем, так чувствуем, что берем и пишем песни буквально минуты за три. Потому что очень больно, потому что очень терзается душа. И так хочется, чтобы все было так, как хочется. И в этот момент ты даже наслаждаешься тем моментом, когда ты страдаешь и переживаешь, потому что для артиста именно в этот момент происходит рождение, зарождение новой жизни, зарождение новой песни, которую я написала специально для сегодняшнего вечера. И она очень, очень мне дорога.